Строим, строим и построим. Новый детский сад на улице Лермонтова уже готов на 70%. Возведены все 4 корпуса. Сейчас строители завершают монтаж кровли и утепляют фасад. Параллельно строят и самую важную часть для детей – игровую площадку. Ведутся благоустройство, внутренние работы, наружные сантехнические работы. Сантехнические работы уже, водопровод заведен, канализация проведена. Приступили к тепловым сетям. В новый детский сад смогут пойти 280 ребят. Для них раздевальная, игровая, спальня, буфетная. Также предусмотрен музыкальный зал. Зал для физкультурных занятий, кабинет логопеда и другое. Ноябрь месяц по контракту окончания и предъявление заказчику на приемку. Я думаю, мы ноябрь-декабрь будем предъявлять, тщательно проверяя каждый этап работы. После передачи комитет по образованию будем готовить для получения лицензии. Напомним, в апреле этого года началось строительство еще одного детского сада на улице Конечная. Завершено строительство детских садов в микрорайоне Забайкальске, на станции Дивизионная и на улице Боевая. Всего в прошлом и этом году сдали в эксплуатацию 12 детских садов. Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография». Марина Михалева, телекомпания АТВ.